Светка не давала. Какой-то фильм начался. Сразу заступаться. Смотри, она рычит. Нет, это губы. Нет, она губы делает. Хочет нюхать. Твои детишки тоже. Он их лижет. Он их лижет, да. Она его хвостик. Она его, мне кажется, даже немножко побаливает. Анюта, смотри, хвостик. Мама, хвостик я вижу боковым зрением. Хучик, осторожненько, хучик. Катюша, ты... Смотри, чтобы не наступил на это. Мась, ну хоть и посмотри. Скорее. То хуч там он быстро. Ты все подряд снимаешь? Да. Надо прерывать периодически, чтобы ролики были короткие. Отправлять-то как? Маленький. Кто 2 месяца назад на хулигане? Вообще тут темно. Нету танка на стульке? Нету. Мама такая. Все?
Так их много. Снимать, когда я иду. А сучонка, о, вцепилась. Да-да, она же затряслась. Упустил момент. Не упустил, он копается. Лежит. Смотри, уже трое ковыряются, да? Лежит, ну. Там не говори.
Можно разговаривать? Ну, разговариваем. Алло. А лагерь это отпуск разве считается, да? А не стоит ли прокурорскую проверку написать на что это за отпуск такой с детьми отдыхать? Понятно. Слушай, это надо, вы скажите, куда надо, мы подъедем и его завезем. Что тогда? Я еще не смотрела, Маш, вот поверишь или нет? Не ха-ха-ха, а забыла, во-первых. А во-вторых, вчера же приезжали за щенком, да и Света еще приехала тоже со всеми общаться надо. Живешь на одной ноге. Не помню, что и как. Так что в голове эти что фотографии вообще не держала. Вот ты сказала? Ага. Правильно, я даже и Диму беспокоить не буду. Только он там, куда надо, Дима подъедет, Дима будет стоять, ждать 2 часа. Зачем это надо? Привезите домой и все. Ну. Давай, Машунь, ну. Пока. Ты где? Сейчас я тебя подписываю, чтобы ты не пришел где-нибудь туда. Ну-ка давай подписываем. Ну-ка подписываем. Ну-ка дела. Папа, писай. Уже где-то писа, наверное, написала. Такая писа. О, смотри. Это не я.
Маму он снимает, баталии дерутся. Опа, так вся шатя прибежала сразу. Пять щенков, наверное, заберут. Сейчас будет дербанить тоже. Thank you.
Пошли. Фу, их не место.